Димаш реагирует на пение неизвестного исполнителя. Интересно, кто же это поет? Если вы знаете, то обязательно напишите мне об этом в комментариях. Обычно мы привыкли видеть то, как блогеры из разных стран мира делают свои реакции на самого Димаша. А это одно из тех редких видео, на котором Димаш сам реагирует на пение другого артиста. Согласитесь, очень интересно за этим наблюдать. То, как он внимательно следит за исполнением и пытается сам петь данную композицию, это приводит нас к той мысли, что перед нами действительно тот человек, который как никто другой разбирается в тонкостях и нюансах пения в целом. Давайте же продолжим любоваться за реакцией Димаша уже на другую композицию. Посмотрите на эту реакцию. Димаш очень сосредоточен на прослушивании материала. Он внимательно следит за исполнением композиции артистом. Видно, что Димаш знает эту песню и, вероятно всего, исполнял ее уже не один раз. Оценивает исполнителей с высоты своего опыта. Все мы знаем, какого уровня Димаш, поэтому кто, как не он, может дать свою оценку любому другому исполнителю? Думаю, что многие артисты мечтали бы попасть на личный мастер-класс от Димаша. Думаю, здесь бы не было бы отбоя от желающих. Поэтому я уверен на 100%, что однажды Димаш откроет свою музыкальную школу и будет давать уроки мастерства. Кстати, хочется отдать должное артистам, которые поют перед Димашем в этот момент времени. Слышно, что они обладают шикарными голосами, и каждый по-своему удивляет и радует Димаша. Какое счастье, что мы живем в мире стольких... Какое счастье, что в мире столько необычных голосов. Один Димаш только чего стоит. Сколько народа он вдохновил на то, чтобы заниматься музыкой. Сколько мальчишек пытаются ему подражать на разных музыкальных конкурсах. Сколько счастливых людей вступило в ряды Dears. Это же настоящая жемчужина. Настоящее сокровище не только для Казахстана, но и для всего мира в целом. Димаш как Роналдиньо в футболе, как Майк Тайсон в боксе, как Майкл Джордан в баскетболе. Он один такой в своем деле, и это необыкновенно радует меня.
Друзья, мне очень интересно наблюдать за реакцией Димаша. Думаю, что он на протяжении всей жизни любил наблюдать за тем, как мировые легенды музыкальной сцены поют на своих выступлениях, и впитывал как губка разные приемы, какие-то личные моменты исполнения композиций. И как мы с вами знаем, Димаш уже успел поработать со многими мировыми звездами не только эстрадной, но и оперной сцены. А теперь они сами наблюдают за тем, как он восходит на Олимп музыки. Прекрасная карьера, настоящая голливудская история парня, который смог добиться своего. Как я рад, что являюсь частью всего этого удивительного мира. Мира под названием Димаш Кудайберген. Ну и, конечно же, я хочу увидеть вашу реакцию, друзья. Напишите в комментариях под этим видео, что вы думаете о том, что сегодня увидели и услышали. Если вам правда понравился наш сегодняшний обзор, то дайте мне об этом знать с помощью ваших лайков и комментариев. Ну и самое главное, подпишитесь на наш канал Ди Подкаст, чтобы больше никогда не пропускать наши свежие ролики. Спасибо вам огромное за поддержку. И храни вас Бог!